Слово предоставляется. Слово предоставляется представителю жюри Валентине Геннадьевне Нестеровой, и она немножко расскажет вам о прошедшем мероприятии. Ребята, вы большие молодцы. Тишина! Начиная вот от самых маленьких и до самых больших, все проявили смекалку, все выступили по возможности на все 100, я считаю. Вот. Мы переломали много ручек, съели много бумаги, пока решали, кому дать какое место. Вот. Распределили, значит, мы так. У нас получилось две возрастные категории, младшая и старшая. Объявляю сначала младшую. Значит, я сразу объявляю. Второе место в младшей категории получает четвертый отряд. Ура! Лёва! Четвертый отряд, большие молодцы. Да, потом. Первое место получает третий отряд. Четвертый отряд просто поразили своей физической подготовкой. Это было очень хорошо, и большие молодцы, и поэтому четвертый отряд получает приз симпатии жюри. Люба! Так, старшая возрастная категория, внимание. Третье место получает пятый отряд. Ура, Люба! Второе место старшей возрастной категории получает второй отряд. Дружина! 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 Первое место получает самый старший первый отряд. Поздравляю! Также стоит отметить, что за художественное оформление и актерское мастерство приз симпатии жюри и все возможные призы получает пятый отряд. Наши девочки. И второй отряд получает тоже приз симпатии жюри. И стоит отметить, что эти призы не останутся только словами. Каждый отряд получит свой заслуженный диплом за подписью директора и еще приятную добавочку к нему, но это будет чуть позже. А сейчас предлагаю завершить этот замечательный день молитвой.